процесс важен. Да, здесь будет еще песочек. Вот уже щебеночка есть. Вот песок привезенный. Ребята работают. Такая детская площадка будет у нас в Щелтаке теперь. Это вот трактор все разровнял. Вот примерно 100 на 50 метров шириной. Здесь все выровняется. Вот у нас новая улица в Щелтаке. Три улицы получается здесь у нас уже. Сколько домов уже новых. Штовка помаленьку строится. Это получается туда дорога Новораксина, Сергеевка, Заливина. Это получается улица у нас Юрченко, Целинная, Комсомольская. Там заправка и дорога на Чины. А это дорога на центр Кыштовки. Получается, вот здесь площадка. Вот здесь у нас Юлия Гуркина живет, вот здесь дом. Получается, за Юлией Гуркиным домом такая новая площадка. Так что, друзья, пишем комментарии. Спасибо нашему главе сельской администрации, мэру Шипчину Николаю Викторовичу. Это его инициатива. Мы создали ТОС. Называется ТОС «Дружба». Здесь все будет огораживаться еще. Забор тоже выделяет нам, чтобы нашим детям было комфортно здесь заниматься. Не сидеть за компьютерами, за планшетами, за смартфонами, а заниматься спортом. Такое солнышко, погода классная у нас сегодня. Золотая осень.